Беже человек от фарисей, Никодим имя ему, князь жидовский, сей приде ко Иисусу ночью и рече ему, «Рави, вем яко от Бога пришел еси учитель, никто же бы может знамени сих творити, их же ты твориши, аще не будет Бог с ним». Отвечай Иисус и рече ему, «Аминь, аминь, глаголю тебе, аще кто не родится свыше, не может видеть и Царствие Божие». Глагола к нему Никодим, «Как может человек родитеся старцей, и да может второе внить его утробу матери своя и родитеся?» Отвечай Иисус, «Аминь, аминь, глаголю тебе, аще кто не родится водою и духом, не может внить во Царствие Божие, рожденное от плоти плоть есть, и рожденное от духа дух есть. Не дивитесь, яко рехти, подобает вам родитесь свыше, дух иде же хочет, дышит, и глаз его слышишь, но не весь откуда приходит и кому идет. Так и есть всяк человек, рожденный от духа». Отвечай Никодим и рече ему, «Как могут сия быти?» Отвечай Иисус и рече ему, «Ты си учитель Израилев, и сих ли не веси? Аминь, аминь, глаголю тебе, яко еживем и глаголим, еживидихом свидетельствуем, и свидетельство нашего не приемлете, аще земная рекох вам и не веруете, как ваще реку вам небесные веруете. И никто же взыди на небо, токмо сшеды с небесе Сын Человеческий, Сын на небеси. Яко же Моисей вознесе змею в пустыне, так уподобает вознестися Сыну Человеческому, да всяк веру его не погибнет, но имат живот вечный. Так обо возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единородного дал есть, да всяк веру его не погибнет, но имат живот вечный. Не послал Бог Сына Своего в мир, да судит мирови, но да спасется им мир. Веруя вон не будет осужден, а не веруя уже осужден есть, яко не веровал во имя Единородного Сына Божия. Сей же есть суд, яко свет прииди в мир, и возлюбиши человец и паче тму, неже свет, веже бо их дела зла, всяк бо дела и злая, ненавидит света и не приходит к свету, да не обличатся дела его, яко лукава суть. Варяй же истину грядет к свету, да явятся дела его, яко о Бозе суть соделана. Оси же прииди Иисус и ученицы его в жидовскую землю, и ту живяше с ними и крещаше. Беже Иоанн, крестя во Иноне близ Салима, яко воды многи бяхуту, и прихождаху, и крещахуся, не убобев сожден в темницу Иоанн, выже стязани от ученик Иоанновых со иудею очищений, и придоша ко Иоанну и рекоши ему, «Рави, и живе с тобою вон пол Иордана, ему же ты свидетельствовал иси, все сей крещает, и все грядут к нему». Отвечай Иоанн и рече, «Не может человек приимати ничего же, аще не будет дано ему с небесе. Вы сами мне свидетельствуете, яко рех, несть маз Христос, но яко послан есмь пред ним. Имея невесту, жених есть, а друг женихов, стоя и послушая его, радостью радуется за глаз женихов. Сия уба радость моя исполнися, оному подобает расти, мне же молитеся, гряды и свыше над всеми есть, сы от земли есть, и от земли глаголит, гряды с небесе над всеми есть, еже видя и слыша, сие свидетельствует, и свидетельство его никто же приемлет,
приемы Его свидетельство верова, яко Бог истинен есть. Его живо посла Бог, глаголы Божие глаголит, не в меру бо Бог дает Духа, Отец во любит Сына, и вся даст в руце Его, веруя в Сына и мать живот вечный, а иже не верует в Сына, не узрит живота, но гнев Божий пребывает на нем».